видно, видно, но ей плохо, как я что, бежать с ней буду. Убери этот аконит, зачем он там растет? Убери, убери. Ай, фу, волчий аконит, он дает нам... И слабость, серебро какое-то. А серебро для оборотня это очень плохо. Давай, давай, Настя, вот сейчас до дома дотопаем. Зачем и все, и хорошо ты уколола себя этими зубами? Это же вампирские штуки. Давай быстрее, быстрее. Вот, тут изумруд, я его себе прикарманил. Ладись спать быстрее, да. Яблочки, я не могу есть яблоки. Надо попробовать так. Зачем мне это пробовать? Я знаю, что она не утолит мой голод. Офигеть. А, так на чем мы остановились? А, Настя! Настя, плохо. Настя, ты умираешь! Я очень хочу... пить. Влад, пить. У нее жар! Надо им срочно воды принести. Воды, давай. Воды, воды, неси, давай эту да тарелку сделай. Как скрафтить тарелку? Да нам нужно этот самый, нам нужен песок, чтобы бутыль скрафтить. Давай, иди быстрее, крафти. Я пока что накопаю камни, чтобы сделать печку. Хотя. Есть печка тут. И раз печка есть, значит, давай быстрее копай. Нам нужно три песка. Все, 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 все сделал. Топливо у тебя есть? Есть, у меня дерево с собой как раз. А где? А тут нету этих, что ли? Меня тренер! Тренер охотников! На, пошел! А, я его убить не могу! Эй, он не бьется! Видимо, мы еще слишком маленького уровня. Так, а что у него тут куча всего? Вот так вот. Все забираем, все забираем. До свидания. Можете идти в жопу. А есть камень, как? Нам нету печки. Давай да его тут вот отломим. Давай его дом сломаем, пошел он в жопу. Угу, придурочный. А! Извини, извини. Все, 8 штук есть. Глупый волчий аконит. Давай быстрее, крафти печку! Бегу, бегу, бегу! Давай быстрее! Да что ты будешь делать? Что ж ты такой долгий? Да не кричи на меня, мне страшно. У меня есть верстак. Ты почему... Неважно. Это делается вот это вот так, значит, вот теперь мы здесь жарим быстрее. Мясо. Какое мясо нам... Ой-ой-ой, подожди, не мясо, нет, нет, я, извини, вот так, по привычке. Житель, у нас операция, что? Вы метайте отсюда! Пошел вон, сам будешь делать, я не умею делать бутылки, я их не крафтил никогда. Уже ночь наступает. Это, наверное, хорошо, может, и лучше будет ночью, мы же оборотни все-таки. Кстати, да. Быстрее за водой, быстрее! Ты уже сделал? Да, только какую воду взять, морскую или все-таки озерную? Давай озерную. Морскую нельзя, она же соленая. Иди в жопу, глупый оборотень. Все отлично. Фух, мы... Да, ё-моё, куда ты на меня его... Вот, я из-за тебя стал оборотнем. О, нет, ты же мне... Не! Все. Там кто-то умер! Кто это был? Это не Настя, это не Настя. Настя? Нет, живая, даже бродит. Дай ей воду быстрее. А куда делся житель? Не знаю, она ее съела. Держи. Пить. Нет, нет, убери от меня это. Нифига себе. Машин, что ты сама хотела попить. Стой, ладно, я попью. Я никогда нормально. Ее такой злой не видел. Что это у тебя? Что? Дай мне это. Дай. Держи. Ошалела совсем. Офигеть. Это капец. Это капец, она мутирует. Какую-то монстр кровосит. Влад, кажется, я понял. Она становится вампиром. Было очень страшно, нагнетающе, мне понравилось. Я так скажу, я это понял уже, ну вот, примерно сейчас, да. Я не хотел в это верить. Я тоже, поэтому я и не говорил. Настя? А где она? Да куда она могла? Она, если и вампир, то только на начальных стадиях. Вот она! Что? Настя! Настя! Было очень вкусно. Ну капец, мы не ошиблись, как... Какой же трэш, и что нам теперь с ней делать? Все, она наш враг. Дело в том, что вампиры и оборотни действительно враги. И я не знаю, но возможно она захочет нас убить. Настя, ты это слышала? Убить? Да. Я пока вроде в сознании еще. Тогда хорошо. Собственно, ты, может быть, каким-то образом мы тебя вылечим. Держи, держи, свят. Чего? Ты ее прибить захотел? Фу. Не надо мне это, но я чувствую прилив сил во мне. Прилив сил? Я не знаю. Ты, может быть, как-то и избавить ее от этой болезни. А почему болезни? Если она чувствует себя сильнее, так может она лучше теперь? Может, на самом деле нам надо вообще вампирами сначала встать? Как мы станем вампиром, если изначально вы вообще были собаками? Точно. Я знаю один способ, как сделать себя обратно человеком. Что? Нет, я не хочу. Мне нравится быть вампиром. Все. В таком случае... Я даже не знаю. Видимо, придется прокачивать ее именно как вампира. Ну, чтобы она нас потом предала и схавала, да? Это ты хочешь? Нет, конечно же. О чем вы там говорите? Мы говорим о том, что с этого момента ты будешь вампиром. Ой, как-то мне плоховато от этого дождя. Я, пожалуй, в дом пойду. Да, иди. Хорошо. Влад, а мы с тобой третьего уровня, и нам нужно прокачиваться дальше. Да, нам надо быть сильнее, чтобы она нас потом не переросла. Это будет страшно. А может, мы ее сможем использовать, внедриться потом к вампирам и прибить их всех там нафиг. А за что? А.
Я думал, мы враги. Но лично мы нет, надеюсь, пока что. Вот этот вот охотник, он довольно-таки сильный. Лучше к нему вообще не подходить. Знаешь что, я предлагаю спросить у подписчиков, как ей прокачиваться, потому что лично я вообще ничего не знаю про вампиров. Я был только оборотнем. Такая же фигня. Ха, везде конит. Ладно, надо брать Настю и уже возвращаться домой. Настя! Пошли. А! Выходи! Уже наступил день. Дождь еще... идиот. Влад, ты знаешь, что нужно сказать? Надо сказать, а вы бувы. О, нифига, ты призвал грозу. Это я, может, да. Слушай, давай ты тогда скажешь. А вы бувы. О, отлично. Все, Настя, выходим. Ё-моё. Пойдем, пойдем, пойдем. Нам нужно будет тебя прокачивать. Кстати, если захочешь кушать, у меня есть кровь. Кровь? Да, но не у меня, а имею в виду у меня в инвентаре. Так моя кровь невкусная. А, ну тогда ладно. Давай пробираемся сюда. Черт, там вода. Хотя вот здесь вот можно и пройти. Ой, что-то как-то тяжело идти. Куда ты это самое? Аккуратно, все нормально. Чего? Не, ничего тяжелого. Влад, ты куда? А, да я проел. Тут целая шахта под водой, офигеть. Так и что, мы так и пойдем, есть вроде плохо. Да все будет нормально. Правда, солнце жарит. Черт. Жарковато как-то. Вампиры же боятся солнца. Я совсем про это забыл. Блин. Ладно, тогда я даже не знаю. Может быть, оставить ее пока что здесь, а сами мы пойдем прокачиваться. Так думаю, да. Но нам бы еще дома спрятать, а то сейчас придут какие-нибудь оборотни и съедят ее. Черт, у меня есть идея. Нам нужно много тараканов. Пам. И последнее. Опа. Все, отлично. То, что нужно. Настя, у меня есть отличная идея. Кстати, я вижу еще одну деревню. Можно туда сбегать. О, мы ее там ограбим немножечко и поедим, видимо. Деревню? Поедим? Мне не нравится ее настрой. В общем, вот, держи. Это тебе подарок. Кожаный шлем? Опа. Это Луи Виттон. О! Луи Виттон? Мне кажется, тебе так должно быть лучше. Ну да, есть немного. Но все равно еще жарко. Ладно, просто пойдемте до той деревни. Я надеюсь, эта шляпа хоть немножечко сдержит солнце. Она теперь как зомби. Ну, что-то типа того. Так, там овечки и деревня сафари. Здесь должна быть кузница. Хотя обычно в таких деревнях ее нет. Влад! Влад, не смей! А, что? Трогать вот эти штучки? А! Нет, нет, Влад! Ладно, 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 тихо. Нет, еще это один клык вампира. Коллекционируй их, если хочешь. О, обсидиановый нагрудник ада. Какие-то книги. Святая вода. А он нас не бьет? Он добрый сегодня, это хорошо. Уходим отсюда. Ой, тут вообще жестко. Это для охотников на вампиров. Нам такое не надо. Влад, Влад, я хочу провести один эксперимент. Настя, у меня есть для тебя вкуснейшая кровь. А, что? Давай тогда. Держи. Как-то не похоже. Боже, на кровь. А, это святая вода, она жжется, господи, ты дурной, что ли? И что ты наделал? Я просто решил проверить. Все-таки святая вода на вампиров действует очень и очень фигово. Предупреждай в следующий раз. Так, ладненько, кажется, в этой деревне нет ничего полезного. Ну как же, тут есть люди, да. Так, я, кажется, нашел нам немного стрел. Не знаю для чего, но, наверное, пригодится. Отличная сделка. За что? Ладно. Мы уже вышли отсюда и... О, это тот алтарь. Кажется, мы уже близко. Что за алтарь? А, это который мы хранили. О, дом. А почему мы пришли с этой стороны? Мы что, вокруг земли бежали? Возможно. Мой недостроенный домик. Я его как раз хочу достроить. Ну, пока я хочу, пожалуй, поспать немножко. Я не могу. Сделайте что-нибудь. Я не могу на обычных кроватях спать. Ё-моё. Кажется, я знаю, что ей нужно. Гроб. Это же было очевидно. И что мы делать будем? Ты умеешь его делать? Я нет. Нет, конечно же, кстати, а что делает этот нагрудник? А! Влад? Что за нагрудник? Смотри, обсидиановый нагрудник! Очень-очень крутой! Надень его! А ну! Нагрудник ада! Модный! Ой, токсикант, ну и что, зато я красивый. А, согласен, именно, да, так. Ультимативный, офигеть! Ну ладно, я пошел. Когда закупился на рынке? Влад, нам нужны овцы. У тебя есть шерсть? У меня, да, чуть-чуть. Одна. Сейчас будет еще одна, хотя, знаешь, даже больше. У меня есть ножницы. Это значит, что сейчас я смогу построить гроб. Только вот как он делается. О, я нашел. У тебя есть доски? Нету ни одной. Пойду добывать. У меня есть железный топор. Дай. Держи. Я добыл сколько надо. 28, это точно много. Да, мне надо было 6 штук, а точнее 2. На, что? Ты говорил много, надо, понятно. Гроб для Насти готов. Ну, слушай, я не знаю, это хорошо или плохо. Надеюсь, хорошо. Вот сейчас и проверим. Сейчас мы ее положим спать, надеюсь, и тогда сами отправимся уже прокачиваться. Она все время будет спать? Ну, нет, по идее, ночью она должна... А! О, господи! Посмотри на это так выглядит. Все, в ее берлогу больше не заходим. Настя, вот, забирай свой гроб. Ты уверена, что
тебе не хочется сделать здесь окна, например? Честно, не имею особого желания делать тут окна. Тогда вот, в общем-то, держись спокойно. Спасибо! Ладно, просто пойдем. Это очень страшно. Я не думал, что я такое вообще в жизни увижу. А как вылезти? Спи! Спи! Живи и другим не мешай. Так а как вылезти? Да мы как придем, тебя вытащим, не переживай. Хорошо. Я тут нашел какие-то книги, написано моему принцу. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не. Это фанфики, это мы не читаем, убери. Ну, если кто-то из подписчиков хочет это все прочитать, то вот, в принципе, держите, но мне кажется, это можно сделать и за кадром. Возможно, тут есть какая-нибудь история с вампирами. Думаешь, мы что-то узнаем, какие-нибудь секреты вампиров, которые можно использовать против них? Возможно, но пока что нам нужно просто прокачаться. У тебя есть кости? У меня есть кости, да, 2 штуки. А нам, кажется, нужно по 8 на человека. Но теперь в этом есть и плюсы. Нам нужно качаться всего лишь за 2, а не за 3. Влад, посмотри, на пути мы с тобой обнаружили вот такую вот штуковину. Прочность 3. Вот, мне, так. Это мне. Проклятие несъемности, одену. Когда закупился на рынке? Ну, я вроде жив еще. Но это пока. Вот он, Влад, наконец-таки мы дошли. Ну что же, пам, и теперь все становится светло. Все, пойдем охотиться на этих вонючих обор... А, я тоже такой. Ну, что ж, любимых братьев моих. Мы хотим ваших косточек. Вон один из них. Он альфа-оборотень. Нам нужен именно он. Получай. Ой-ой-ой-ой, ты что меня бьешь? Да не я, это волк сзади. Офигеть, у меня мало жизни. Очень мало жизни. Нет. 1.5 сердечка. Влад, спаси меня. Да я бью всех. Все, я спрятался. Мне надо перекусить. А пока я могу их спокойно бить, потому что они на тебя злятся. Ой, упал в воду. Да, что? Да, я поймаю тебя. Слабее. Ну, и мы ну, тоже. Ну, как же мы тоже. Наконец-таки с него выпал всего лишь клык. Ладно, это хоть что-то. Блин, а этот биом, кстати, здесь довольно-таки огромный. Нифига! А вот только вода зачем нам? Нам туда все равно нельзя. Ну, пока что мы не получаем слишком много урона от нее. А вон еще альфа-оборотень, тоже 1 уровня. А! То нам всех надо, этого тоже сверху. Давай. О, печень, ура, ливерка! Вот еще один. Да нет. Вазочка какая-то. Мало здоровья. Ага. Так-то нафиг. Так, у меня есть зубы оборотня, но они мне для чего-то нужны, блин, но для чего? А, вы же оборотень. С помощью зубов оборотня можно становиться оборотнем? Офигеть. Вау. Влад, сколько у тебя уже всего? Ой, куча. 2 кости и 1 ливерка. Офигеть, как много. У меня уже 8 печеней и 0 костей, серьезно. Ну ты очень везучий, у меня уже 4. Нам бы сделать что-нибудь вдаль, потому что биться вот так вечно опасно. О, мне выпал браслетик of health. О, это жизни больше будет. Пам. О, нифига себе, действительно. Вот, значит, держи все, что у меня есть, значит, да вот это. Да не надо вот это, мне вот это, я не про это. Ладно. Держи вот это и это. У нас этого достаточно, а костей нам нужно с тобой где-то 8 штук. Соответственно, добывай еще 4, а я пойду проведаю Настю, потому что уже рассвет. Ну, она, наверное, спит. Ух, я уже почти дома, можно отключать эти способности и... Один из 3 игроков спят. Настя, ты легла спать? О, что? Офигеть. Кресты, какие-то штуковины. Видимо, теперь это база вампиров, а не оборотней. Настя, просыпайся! Проснись. Доброе утро. Доброе утро. Ты только легла спать, серьезно? Ну да. Пора восстанавливать режим и ложиться спать ночью. Я вообще запуталась во времени. Да, я понял. Ну, я смотрю, ты тут неплохо так все сделала. Ну да. Осталось сделать алтарь для вампиров. Для вампиров? Для того, чтобы тебе стать настоящим вампиром, тебе придется добывать кровь. Много-много крови. Но у меня есть немножечко в запасах. Вот. Можно вот больше. Нет. Сейчас я принесу тебе цистерну. Только вот как она делается? По-моему, нужно много-много стекла. Оп, здравствуйте. Нифига у вас тут поменялось. Что? Добавился крест, ладно. Вот, держи все, что смог добыть. Я устал, я хочу отдохнуть. Отлично, Влад, нам нужна ночь, срочно. Ты сказала, что добавился только крест. Зайди вовнутрь, да. У нее апартаменты крутые, а мы где живем вообще? Мы живем в будке. Какой? А что, Настя? Он сам сказал, что только крест добавил. Так, слышишь, Влад, ты лучше
с ней так не шути, видишь? Она как-то странно себя ведет. Да, да. Я не шутил, я думал тут... Ладно, ладно, все, неважно, давай, ночь! Ты этот маг у нас. Да я не смогу сейчас этого сделать, подожди. Так, Влад, нам нужно добыть с тобой песочек. Песочек? Ну пойдем. И как можно больше, нам нужно стекло. Настя, если как тебе станет плохо, сразу возвращайся в дом. Хорошо. Пойдем за мной. Я нашел. Что... А, нашел. Контейнер крови. Что? Нужно целое железо, Влад. Отдавай свои запасы. А, у нас есть. Это они и есть. Вот так вот. Настя, пойдем мы тебе поставим твою копилку рядом с твоей кроватью. Так, сейчас, подожди, я выпью всю эту воду. И теперь ты должна наполнять эти бутыльки кровью. А если попробовать чисто вот так вот ради интереса? Меня убили! Подожди, я попробовать. Стой. Не надо. Влад. Нет, у меня, кстати, добыть там надо железо было. Вот шахта хорошая. Попробуй кровь, я не знаю, там, скелета. У него же явно есть кровь, он такой. Да, да. Влад, ты где? Нам нужно проводить ритуал. Иду. Я пока бежал от Насти, упал в шахту какую-то. Куда ты идешь? Спокойно. Что? Влад, она ест овечку, мне страшно. Че ты там стоишь? Ты видел это? Я наблюдаю, да, я теперь не подойду к ней. Не бойся, пойдем прокачиваться на первого уровня, а мы сейчас будем 4-го. Светло как днем, хотя сейчас ночь. А у нас тут все это время было 10 костей, серьезно. Ну зачем мы этим всем занимались? Все, у нас готово и пам! Я остановлюсь 4-го уровня, кажется. А! Опять все темно и страшно. Так, и... А, кажется, 4-й уровень, да! Что же мне добавилось? Так. Теперь я могу выбрать либо ярость временно увеличивает урон ваших атак, это круто! Ускоряет вашу скорость атаки и ваших соратников в стае. Либо же я могу прокачать 6-е чувство. Я смогу видеть мобов сквозь стены. Отлично, я хочу прокачать именно это. Ну-ка, и как, допустим, это будет работать? Вот там стоит Влад и... Офигеть, это же очень круто! Что у тебя там работает? Это настоящий X-Ray, вы у меня все красные, я вас вижу, и даже всех мобов. Подожди-ка, кажется, я вижу вампира. Что? Чего они тут делают? Прямо у нас дома? Влад, прокачай, пожалуйста, что-то там связано со стаей. Ой, ну надо было раньше, я уже прокачал. Что? Тебе 6-е чувство, теперь у меня есть чутье паука. Ладно, это тоже неплохо. Настя, ты наполнила колбу с кровью? Да. Давай сюда, заполняем это дело вот сюда вот, и все, тут будут запасы крови, тебе они пригодятся. И в следующей серии мы построим тебе рядышком с нашим алтарем алтарь вампиров. Ух ты! Надеюсь, что все будет хорошо. Влад, мне же не терпится испробовать новые способности, поэтому серия выйдет через 20 тысяч лайков. А с вами был я, Райм, Настя и Влад. Всем удачи и всем пока-пока. Пока! А! За что?